Добро пожаловать в мой сладкий магазин. Я дополнила меню новыми вкусностями и пригласила всех своих друзей прийти попробовать их. Я уверена, они закажут нам свои особые десерты, так что мне понадобится твоя помощь. Вперед! Привет, ребята! Ну что, Шарлотте Земляничке нужна помощь, поэтому давайте вместе с ней приготовим вкусное угощение для ее друзей. С чего же начнем? Что тут самое вкусное? Мне кажется, вот эти мини-пирожные на палочке. Давайте-ка их и приготовим. Ребята, посмотрим, кто же хочет этих пирожных. А их заказала апельсинка. Поэтому приготовим для апельсинки эти вкусные пирожные на палочке. Итак, что нам надо? Шоколад. Шоколадная паста. И все это взобьем в миксере. Перемешаем. Вот так, включаем. Ух ты, как классно. Ну что? Ой! Кажется, я перестаралась, да, ребята? Давайте еще раз попробуем. Теперь надо аккуратнее быть. Очень хочется вкусные конфетки сделать. Все здорово, получилось? Кажется, получилось. Теперь ложечкой. Сделали шарик. И нужно сделать глазурь. Так, какой же самый любимый шоколад? Давайте-ка молочный используем. Ну, разломаем плитку шоколада, растопим ее и потом польем нашу конфетку. Вот такая глазурь из молочного шоколада. Обожаю, это очень вкусно. Так, апельсинка хочет какую палочку? Желтенькую? Давай-ка найдем ее. Вот она. Захотела с такой палочкой конфетки. Наша апельсинка. Так, давайте охладим. Так, ой. Заморозила. Сильно. Долго ждала. Вот, все, готово. Итак, конфетку окунаем в глазурь. И готова она, классно. Теперь надо будет украшать. Украшение сделаем красивое-красивое. Так, какое же мы выберем? Ух ты, как много украшений здесь. Давай-ка вот такую посыпочку используем. Не, не такую, а вот. Голубенькую. И пусть та желтенькая будет тоже. Где она вот? Что это? Кусочки орешков, наверное. Так, и можно еще. Какие еще возьмем? И давай вот такие розовые. Вот. Что еще есть у нас украшение? Давай еще украсим. Апельсинка для тебя. Давай одну конфетку апельсиновой долькой украсим. Вот так. На одну конфетку посадим вот эту ягодку. Вот, еще конфетка будет с зефиркой, с вишенкой и с черничкой. Думаю, что нашей апельсинке понравится. И давай-ка украсим это апельсинкой. Вот она, такая красивая. И кого же с тобой рядышком посадим? Давай-ка ягодку. Ну что? Будем угощать нашу подружку. Здорово! Все выполнили. А теперь можно съесть эту вкуснятину. Давай, кушай, апельсинка. Ну что, вкусно? Все-все съела. Еще захотела. Классно. Ребята, здорово. Получилось. Отличные конфетки. Даже мини-пирожные на палочке. Вот тут рецепт нам Шарлотта Земляничка написала. Ух ты, классно. Можно будет дома приготовить. Ребята, а давайте-ка приготовим ням-нямочный коктейль из фруктов. Мне так хочется его приготовить. Так, возьмем лед. И будет наш коктейль такой охлажденный, такой классный.
Так, а кто же нам его заказал? Голубичка. Она хочет коктейль с голубикой, поэтому мы берем голубику и нарежем. Вот так нарезаем голубичку. Давайте еще что-то добавим, кроме голубики. Вот, сейчас голубика есть у нас. И добавим еще малинки. Вот такой коктейль из ягодок получится. Я уже представляю, как это ароматно и вкусно. И нашей подружке понравится. Ну, а теперь добавим что? Какой-то ингредиент. Что же это такое, ребята, вы знаете? Наверное, шоколад. Ну и теперь добавим молока. Давайте миндального молока возьмем. И нальем к коктейльчику. И сейчас будем перемешивать в блендере. Давайте в таком быстром блендере. Главное не перестараться. Так, включаем. И до однородной консистенции. Ну что, все, готов наш коктейль. Голубика уже заждалась. А теперь самый красивый стаканчик для нее. Вот такой. И нальем сюда наш красивый коктейль. Ух ты, классно! Теперь надо украсить сливками. Какие же мы возьмем цветом? Давай вот такие сиреневые. Вот, красивый какой коктейль. И ароматный, и вкусный. Классно! И украшения. Мне нравятся вот такие украшения. Вот. Смотри, как нежненько. И с крошкой шоколада. Так, украсим зефиркой. И давай еще голубичку положим. И малинку. Вот такая красивая малинка, вообще класс. И апельсиновую дольку. Вот так украсим наш коктейль ням-нямочный. Я уже представляю, как это вкусно, вкусно, вкусно. И поставим для украшения, конечно же, голубичку. Так, вот, представьте, как вкусно и красиво получается, да? Классный десертик и с пирожком. Ну что, трубочку давай самую-самую красивую с сердечком. Ну вот, здорово, готово. Супер коктейльчик ням-нямочный готов. И голубинка, можешь пробовать теперь коктейль. Ну как тебе? Кажется, очень вкусно, ням-ням. Ребята, я бы тоже хотела попробовать такой коктейль. И нам Шарлотта Земляничка дала рецепт такого нямочного коктейля из фруктов. Здорово. Так что, если захочется, можно приготовить. Что же еще приготовить? Давайте приготовим фруктовое мороженое на палочке. Классненько. Что мы используем? Для вкусного мороженого возьмем ананас. Ребята, это так вкусно. И порежем на дольки ананасик. И потом заморозим, и получится вкусное-вкусное мороженое. Ребята, а вы дома когда-нибудь делали мороженое? Я не делала, а хотелось бы. Вот так научимся делать мороженое. Здорово. Так, первый слой готов. У нас будет несколько слоев мороженого. Так, зальем вот такой смесью фруктовой. Так, сок такой бананово-ананасово-апельсиновый. Классненько. И выберем палочку. Кто у нас заказал? Мармеладка. Давай-ка для тебя оранжевую палочку возьмем. Вот так. Заморозим первый слой.
нашей супер-морозилке. Быстрой, быстрой, поэтому надо вовремя вынять. Так, готово. Следующий слой. Давайте сделаем красивый черешневый. Порежем черешенки. Супер! Классненько. И зальем так каким же соком? Давай яблочным. Наливаем сок яблочный. Классненько. Замораживаем этот слой. Я уже представляю, как это вкусно. И давайте третий слой сделаем ежевичкой. Вот такую ежевичку сейчас нарежем. Правда, красивое мороженое получится, да? Ананасик, вишенка и ежевика. Очень красиво. И зальем этот слой. Давай вот таким фруктовым соком. Ягодным даже соком, да? Клубнично-малиново-ежевичным. Вот. Красиво получилось и вкусно. Итак, наше мороженое приготовилось. Теперь сделаем глазурь из белого шоколада. Ребята, я думаю, вы тоже любите белый шоколад, и я люблю. Очень-очень вкусный. Давайте размешаем. Классно, глазурь почти готова. Смотрите, какое красивое мороженое. Вау, окунаем его. И вот такое мороженка в белом шоколаде. Ну и теперь украшаем. Давай-ка возьмем вот такую посыпочку. Так. Дальше черный шоколад. Даже молочный он такой темненький. Вот. И вот такие блестящие украшения. Итак, украшение почти готово. Осталось добавить нам самого-самого красивого. Так, я хочу вот таких сердечек добавить. Одно побольше сделаем. Вот так красиво, правда, ребятки? И что еще сюда? И добавим черешеньку. Все. Можно будет угощать нашу мармеладку. Я думаю, что тебе понравится мороженое. Оно очень-очень вкусное получилось. И вот такой сюрпризик для тебя. Тут маленькие конфетки внутри. Ну что же, пробуй мороженое. Я думаю, оно такое вкусное-вкусное. Мармеладка довольна. Ей очень понравилось украшение. А теперь можешь кушать. Смотрите, как быстро слопала мармеладка мороженое. И вот рецептик фруктового мороженого на палочке. Спасибо, Шарлотта Земляничка, что ты нам показала такие классные рецепты. А теперь, ребятки, пора прощаться. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. И если захотите, еще раз зайдем. Еще приготовим несколько вкусных угощений. Ну что, ребят, классные десертики сегодня приготовили. А теперь всем пока-пока!